Здорово! Ты находишься на канале Криптонация Live. И сегодня у нас на рассмотрении проект, который называется Audit Chain. Я недавно читал статью моего преподавателя из вуза, и он написал, что такие профессии, как бухгалтер и аудитор, это профессии будущего. Я с ним в чем-то согласен, но эти профессии будут не для людей. Они будут для автоматизированных платформ, основанных на современных технологиях, таких как блокчейн и криптовалюты. И Audit Chain именно такую платформу нам и предоставляет. Audit Chain – это именно тот проект, решение которого ждет уже с нетерпением весь мир. Его становление началось еще в 2009 году, когда появились такие технологии, как блокчейн и криптовалюты. Именно тогда многие специалисты уже начали задумываться о том, что такие технологии нужны в данном сегменте рынка. Аудит – это процесс очень дорогостоящий и невыгодный для компаний, зачастую отнимающий много времени и сил, также зависящий от различных человеческих факторов. Аудиторы могут зачастую иметь предвзятое отношение к компании при проверке. Audit Chain разрабатывает экосистему, где блокчейн с его открытостью и устойчивостью к атакам связан с open-source-библиотекой бухгалтерских смарт-контрактов, которые предоставляют данные по балансу, обороту и изменениям капиталов акционеров при закрытии каждого блока, то есть каждые 10 минут. Запатентованная система называется DKRP – децентрализованная система непрерывного аудита и отчетных протоколов. Данная технология поддерживает так называемый Full Stack протокол, то есть они включают в себя широкие области, такие как блокчейн, смарт-контракты, EPR, ноды, подтверждающие аудит, и сами отчетные протоколы. И библиотека смарт-контрактов будет включать комбинацию стандартов IFRS, GAS и GAAP. И на практике это будет выглядеть следующим образом. Совет директоров компании назначает человека, ответственного за внедрение Audit Chain в компанию, который в свою очередь определяет уровень доступа всех членов компании в систему. Организация вносит коллатериальный пакет в токенах проект, который называется AUD, на случай непредвиденных обстоятельств, которые используются для работы всей системы, а также для подтверждения и проведения транзакций. Участники системы, федеративные ноды, нефедеративные ноды, сервисные провайдеры, организации и пользователи, назначенные организациями. Разработчики утверждают, что данная система позволит децентрализировать и значительно снизить расходы на аудит для многих публичных компаний, инвестиционных фондов, а также некоммерческих и правительственных организаций. Ну что ж, подводя итоги, хочется сказать, что данная технология давно уже напрашивалась на данный сегмент рынка. Поэтому, если вас заинтересовал данный проект, то все ссылки на него будут в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пакетово!